Ха-ха! Ты пожалеешь о том дне, когда пересек дорогу в Мерлоку, высому чародею Аркайта! Та-тау! Па-пау! А, ты залог! Тебе никогда не победить меня в Антюри! А, ты думаешь, что я позабочусь о том... Да я... Думаешь, ты сможешь... Тебе конец! Я сейчас... Ты никогда... Да как ты смеешь? А сейчас ты именно там, где я и задумал. Какого черта? Ха-ха. Кажется, тебе не сравнится со Смерлоком, высшим чародеем Аркайта. Что происходит? Почему это я сейчас ранен? Как даль. Я задал куда больше совать тебя, авантюрист. Погоди. Это заскриптованное поражение? Так и есть, да? Игра заставляет меня проиграть? И теперь тебе никогда не добраться до зачарованных изумрудов Аркайта. Что за дерьмо? Почему игра вообще заставляет меня сражаться, если я должен проиграть? Я, знаешь ли, много готовился к этой битве, очевидно, я зря потратил время. Вместо этого ты познаешь поражение от рук Смерлока, высовывателя Аркайта! Поражение? Ну прости, я, видимо, упустил это, пока хреначил твою тупую рожу! Ничтожный авантюрист! Послушай, если я должен проиграть, то пусть хоть это будет убедительно! Это было так легко, я тебя просто разваливал! Ничтожный авантюрист, ты до времени моего не стоит! Так что, я оставлю тебя в живых! Оу, вау, спасибо, как великодушно! В конце концов, нет ничего славного убийства такого ничтожества, как да ты! Да видно, что я тебя победил! То прощай, авантюрист, возможно, мы свидимся! Нет, стой, не смей так уходить, ты не посмеешь! Стос, если ты хочешь меня убить, то поймай меня! Ну ладно... Нет, 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 нет. Ах ты, сукин сын! Где он? Ах ты! Сучёныш! Бальсуси, спасибо, за просмотр, перевёл и озвучил для вас, мистер Биг Мэн! Какого чёрта? Да, сучка, вот так. Не будь залкивая авантюристом, подписывайся на мой канал и канал Viva La Dirt League.